выточил девочку на свидание с помощью интриги. Якобы у меня есть важная информация о ней. При встрече я что-то протупил, она сказала, я пиздобол, и смылась. Как мне правильно надо было действовать? Классно, да, мы косячим. Ну, что хорошо? Хорошо, что ты проверил тему, что интрига работает, и что с помощью интриги можно вытащить на свидание. Это просто, многие люди до этого шага никогда не дойдут. Вот. И не факт. Не перебил, что человек так протупил и все такое, а он ее уже один раз на интригу вытащил. Значит, второй раз тоже. И второй раз тоже сможет вытащить. Отлично, огонь. То есть можно сказать, ладно, в прошлый раз я протупил, слушай, но на самом деле информация действительно есть, я просто там такое, что вообще нельзя говорить было в прошлый раз. И как бы давай встретимся. Может, опять сработает, да, спокойно. Во-первых, ребят, что сказать в такой ситуации? Ну, как минимум, вы можете ей сказать, что ты невероятно любопытная. И разводишься вот так, на щелчок пальца. Это очень важная информация о тебе. Но есть еще кое-что, что я тебе сейчас сказать не могу, как ты правильно сказал. Страшное. В конце свидания кое-что узнаешь. Не на этом, да. Этапе. Уже сейчас что-то происходит, о чем ты узнаешь в конце свидания. В данный момент уже идет воздействие. Что определит всю твою дальнейшую жизнь. Определенно на тебя, да.